Эпидемии ВИЧ на территории Уфо нет. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании, которое проходит сейчас в Екатеринбурге. Однако сохраняется тревожная тенденция. Ситуация с заболеваемостью СПИДом в текущем году хуже, чем в прошлом. В печальном рейтинге первое место по Уральскому округу занимает Свердловская область, на втором – Югра. Тюменская область вместе с Челябинской на третьем. Только в нашем регионе за последние 10 месяцев зарегистрировали больше 1500 инфицированных. Мы изучили, какие типы генетические мутации появились у нас вируса ВИЧ или нет на территории. От этого зависит эпидемия, как она будет развиваться. Мы протестировали в прошлом году 70 проб, и только 4% это видоизмененные мутации, которые дают большие вспышки. Участники совещания внесли предложение выделить дополнительные средства регионам, где число ВИЧ-инфицированных неуклонно растет.